сквер. Здесь люди гуляют, вы преграждаете движение как для пешеходов, как для мамочек с колясками, для граждан. Почему вы так поступаете? Рядом место. Блин, я думал, это не мешает. Вот. Здесь, да, место никак найти, да, вот поэтому туда поставили. А помимо того, что не мешает, вы руководство. Номер я поставили. Я понимаю. Если мешает, расскажите, вот, вы при позвонить. Управлении транспортным средством, при парковке, вы руководствуетесь правилами дорожного движения? Нет, просто место вот здесь. Вы скажите, вы руководствуетесь правилами? Потому что нет. С точки зрения правил дорожного движения это неправильно. То есть за что вы сейчас полное наказание понесете по статье 12.19 часть 3, штраф в размере 1000 рублей за остановку на тротуаре на пешеходной зоне? Я здесь это... Думали, это парковка можно. Ну какая парковка? Ну видите, он же, да, он же разделен, специально разделен. Там идет брусчатка, здесь идет асфальтовое покрытие, там знак, идет брусчатка. Знак, ну хорошо, вот здесь я думал, это место есть, можно поставить. Я вот, мочить, я хотел это намаз читать, да, вот. И после этого я езжаю. Хорошо, с документами к коллегам подходите, они выпишут вас, на вас административный материал. Мы все равно туда, я хочу съездить. Какое нарушение, там можете проехать. У вас стояла машина вторым рядом. Вы нарушаете пункт 12.2 правил дорожного движения. Согласно правилам дорожного движения, транспортное средство можно парковать в один ряд параллельно краю проезжей части. А то, что здесь валялись посередине дороги, ничего, да? Помимо, реально мешали. Помимо этого, ваше транспортное средство создало помеху движению транспортных средств. Кому создало? Нет, все проехали. Вы смогли проехать? Видишь, мы стоим, друг. Мы стоим, потому смотри, что мы проехали. Смотри, впереди мы еще через... машина есть. Изначально это твоя машина создала помеху. Если бы твои были. Уважаемый Мухаммаджон, да. Прежде чем на других указывать, вы посмотрите на себя. И тогда мы заживем получше чуть-чуть. Если каждый будет отвечать за свои поступки, а не на других перекладывать вечно. Вы нарушили, вы ответите. Штраф по статье 12.19, часть 3, прим. 2, 1500 рублей. Ну, надо же думать и о других людях. Вы понимаете, что всякое может быть. Там даже пешеходу-то тяжело пройти. Уж ничего, что говорить, автомобили там другие просто не проедут. Вот это нормально было. Ну, это прям очень тяжело. Я, если честно, не смог сам проехать. И пришлось это оставить и идти на ноги. Всем она мешает. Ну, например, как проехать? Да, вот. На данный момент можно. На данный момент. А до этого вот вы все накидали, и вот оно все стояло вот до этого. Ну, повезло, там же я... не моя стояла. Да тут, какая разница? Она и здесь мешала. В первую очередь нужно смотреть на свои нарушения, на свои ошибки. Я признаю, если нарушил, вот, то все. За это вы понесете наказание, штрафчик, естественно. Да. А можете пояснить причинно-следственную связь нарушения ПДД? Ну из-за чего так произошло? Почему вы спешили на молитву? Вы все спешите почему-то. Ну а что почему-то? Ну, на молитву спешил. Ну, с кем я не разговаривал, они все спешат, а пораньше чуть-чуть. Ну больше, пораньше не получилось там с работы. Пиши еще человека.